Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим очень простой и легкий в приготовлении рецепт курицы в мультиварке. Для блюда нам потребуется 1,5 кг куриных коленей, 800 г картофеля, 150 г сметаны. Процент жирности сметаны не имеет большого значения, у меня 10% жирности сметаны. 1,5 чайной ложки приправы для курицы, 2 чайные ложки соли и 50 мл воды. В чашу мультиварки выкладываем голени. Голени я промыла, убрала шкурку, то есть они у меня полностью без кожицы. Сверху на курицу посыпаю 1,5 чайные ложки без горки приправы для курицы, 2 чайные ложки соли, 150 г сметаны. Много не надо, этого достаточно на 1,5 кг. Добавляем 50 мл воды. Этого достаточно для начального этапа приготовления. Все слегка перемешаем, чтобы курица у нас была полностью в специях, соли и сметане. Вообще этим рецептом пользуюсь часто. Его можно готовить на отложенном старте или оставлять на подогреве. Независимо от того, какое количество курицы вы будете готовить, время приготовления не изменяется. Сверху устанавливаем корзину пароварки. Картофель нарезаем ломтиками на 3 или на 2 части каждую половинку. Примерно так. Выкладываем картофель в чашу мультиварки. Картофель необходимо сверху посолить, чайная ложка, и слегка перемешать, можно руками, чтобы весь картофель был соленый. Ну, 800-850 грамм картофеля сюда точно влезает. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме тушения, вид продукта птица. Если у вас нет режима птицы, можно готовить на режиме овощи, добавив время, или просто на режиме тушения 50 минут. Через 50 минут блюдо у нас будет полностью готово. Прошло 50 минут. Вот такой картофель у нас получился. Он мягкий, видите, даже распадается. То есть он полностью готов. Аккуратно снимаем чашу пароварки. А вот и курица. Перемешаем ее. Картофель украсим свежей зеленью укропа. Блюдо получается очень вкусным. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на наш семейный канал. Вступайте в группы ВКонтакте и в Одноклассники. Ссылки на все ресурсы вы найдете в описании под этим видео. Приятного аппетита и до новых встреч!